За истекшие сутки в лечебное учреждение нашего города обратился 71 пациент. Это пациенты с легкими травмами опорно-двигательного аппарата. Среди этих 71 пациента, обратившихся в наше лечебное учреждение, 15 человек госпитализированы, они требуют стационарной помощи. Один пациент поступил за истекшие сутки с переохлаждением. Если говорить о статистике данных обращений, то эти показатели даже несколько ниже, чем в обычную погоду. Это связано с тем, что люди с ухудшением погодных условий, в общем-то, меньше выходят на улицу. И, выходя на улицу, они, в общем-то, более бдительны. И это, в общем-то, является элементом снижения травматизма уличного.